Черт, бухарь. Рука сама не заживет. Что ж делать-то? Нужно найти медикаменты. Что это? Пригодится. На его байке я не поеду. Надо добраться до моего, пока не стемнело. Понял. Бухарь, ты не спишь? Не сплю. Чего там? Тут кто-то шныряет вокруг берлоги. Чего? Кто шныряет? Не знаю. Я прослежу за ним. Может, он не один. Отбой. Нашел что-нибудь? Как я и говорил, те номады на байке, которых мы видели, у них недалеко отсюда логово. Да ну, серьезно? Хорошо обустроились. Какая-то типа караульная вышка, забор, все дела. Приходи и бери. Ну чё, неплохо. Как стемнеет, нагрянем туда, убьем этих козлов, и можно праздновать новоселье. Шустрый ты, у них небось пушки. Да ну, один там еле живой. Мы их уделаем. Кто еще кого уделает? Что нового? Ага. Благодарю. Huh.
Это я заберу. Я что-то видел. Чего? Что это было? Это последний. Значит, выследили нас. Уроды. Не суйтесь к нам на гору Олири. Бухарь, я нашел их лагерь. Просто какие-то уроды хотели прибрать к рукам нашу берлогу. Ну, одно к одному. Все-таки пора перебираться на север. Сначала руку твою подлечим, а потом уже будем об этом думать. Я пошел за байком. Конец связи. Долбаные фрики.
еще трофеи. Бежать! Так тебе! Мало боеприпасов.
Проклятый дождь. Если не фрики, так обязательно дождь. Почему с неба все время льет? Где я вообще? По идее, уже недалеко. Надо добраться до байка. Я уже близко. Yeah.
Надо найти его. Ну что, дружище, где ты спрятался? Это здесь. Мы оставили его здесь. Байк исчез. Блять! Копленд, твою мать! Эй! Ты из лагеря Копленда! Да вы взяли мой байк! Байк не трогал. Клянусь. Да не буду я тебя убивать! Не беги ты, не дурак! Спроси у Копленда. Я ничего не знаю. Эй! Мне просто нужен мой байк! Я ничего не делал. Ну, говнюк, нет, все-таки, знаешь, я буду убивать. Бухарь, слышишь? Забрал байк. Нет, люди Копленда добрались до него первыми. Я пошел в его лагерь. Конец связи. Сен-Джона, да ты? Какой-то козел украл мой байк! Про это я ничего не знаю. Поговори с Мэйни. Хорошо. К нему-то я и пойду. Привет, Мэйни. Привет. Давненько тебя не видел. Ну, или просто не заметил. Все, пашу. А меня за это кормят. Да, лагерная жизнь. Лагерная жизнь. Слыхал о такой книжке «Дзен и искусство ухода за мотоциклом»? Нет, как-то никогда времени особо не было на книги. Ага. А я тогда в своей мастерской всех механиков прочесть заставил. Механик должен обрести равновесие духа.
Вот поработай голодным, мигом дзен обретет. Я тут ищу байк. Да? О, не-не-не-не. Этот не бери. Почему? Ну, его только привезли. Какой-то урод сиволапый его бросил. Он весь ржавый. А уж как его ушатали, голову бы за такое оторвал. Да неужели? Ну да, а как? Это уже дрова. Мы его только что разобрали. В нем даже бензонасоса не было, а пригодился. О, даже бензонасоса? Типа такого? Понял. Типа такого, Мэнни. Я понял, понял. Когда я сказал урод, я имел в виду того урода, который его пригнал. Понимаешь, мод хреново привязали. Короче, он всю дорогу болтался в кузове, прям Дик, как... на пару слов. Я вижу, вам тут досталось. Ночью был тяжелый бой. Опять упокоители. Уже второй раз сюда заявляются. Говорят, ищут тебя и Буха. Люди в Одище много чего говорят. Люди тут друг другу помогают. Но если начнется голод, ну, сам понимаешь. Озеро вас не прокормит? Форель пока есть. Озеро держится за счет талых вод. Рыбу сюда больше не запускают. Однажды она кончится. Как и все остальное. Мы с отцом здесь охотились на оленей. Строили засидку, клали под нее лизунец и отстреливали. Иной раз столько мяса набиралось, что съесть не успевали. Я слыхал, приманивать оленей было запрещено законом. А отец признавал только один закон – Конституцию США. Видел бы у нас теперь. Америка – страна свободы. Да, это точно. Я тут Леона жду. Да? Он не вез кое-что. Неужели? Нам тут очень нужны лекарства. А, Леон. Такер сказала, что он просто сбежал. Короче, найдешь его тайник, неси все мне. Мне, Дик. И тогда, ну, проси, что пожелаешь. Мой байк, который твои люди украли и разобрали. Его просто нашли на дороге. Ладно. Ладно, я это учту. Классный кипарик. Чего? Вот этот. Слышь ты, никогда не... Погоди. У Леона был такой же. Ком, богом клянусь, я... Заткнись. Хочешь торговать в моем лагере? Будь добр на меня поработать. Коп! О, черт. Ладно. Раз уж я здесь, что тебе надо? Вот так-то лучше. Какие-то козлы нападают на моих добытчиков. Засели на радиовышке к западу от Алирии. Это же в твоих краях? Вообще-то нет, но... я разберусь. Не сомневаюсь. Привет. Эй, Дик, Дик! Постой. Братан, ты уж извини меня. Я же не знал, клянусь. Мэнни, ты знаешь, сколько времени я в этот байк вбухал? Я же его своими руками собрал. Я понял, да. Я тебе все возмещу, честно. Вот, гляди, новый склепал.
Ты называешь эту хрень байком? Ну да. Он не... Ладно, я еще поищу. Детали там. Я все устрою. Клянусь. А как насчет моего топливного бака, который был подарком от моей покойной жены? Его ты тоже мне устроишь? Блин, Дик, прости. Иди ты нахер, Майни. Слушай, хватит об этом. Господи, что вы с ним сделали? Бухарь, ты меня слышишь? Да, Дик. Как ты там? Как рука? Я же сказал, заживет. Ладно, но все равно я сгоняю к блокпосту Нера. Поищу там стерильные бинты, мазь, что-нибудь такое. Как скажешь, я сделаю обход. Надо убедиться, что на горе никого нет. Бухарь, нет, нет. У тебя ожоги третьей степени. Оставайся там и лежи. Я уже скоро буду. Да, да. Постараюсь что-нибудь найти. Я постараюсь. Сент-Джон, это Коуп. У меня радиосигнал пропал. Когда доберешься до вышки, восстанови связь. Я заплачу. Так эти люди, ты их знаешь? Прервать вещание свободного Орегона — это похоже на месть. А знаешь, ты угадал. Они были в моем лагере. Но им, видно, не по нраву был запрет на воровство, насилие и убийство. Может, они просто, как и я, устали слушать твою параноидальную чушь? Отбой.